Давай, на файн, ученый, давай. Давай, красавчик, Сева, красавчик. Да-да. Все, мы спасемся, у нас есть все шансы. Если что, я сделаю все, чтобы ты не погиб. Давайте, на файн еще раз. За что ты убил его? Это же был просто Сева. Я сказал ему, что сделаю что все, чтобы он не погиб. Он погиб. Тут же причем. Ё-моё. Как это могло произойти? Что ты наделал? Ой, а что это за звук? Это космический барсук. Кто? Пошли, выйдем. Ну вон у кого-то есть, кто-то он взял. Подожди, там один лифт вызвали, это подозрительно. Ну ладно. Он едет, поехали, все, поехали, поехали. Все, давайте, ребят. Это может быть сторож, он нас расстреляет. Убери пистолет. Нас могут сторож убить. Закрывай дверь, последний. Бежим. Ай, окей. Я последний. Я с ними разберусь, я с ними разберусь. Это собака, это не охранник! Чел. Это не охранник! Беги, беги, это засада! Беги, у меня 13 хп! Черт! Блин, я думал, это охранник, я думал, разберусь! Это было жестко! Вы что делаете вообще? Вы что делаете? Уйди! Забивай, забивай! Стой! Стой, 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 стой! Забивай! Ля ты крыса, а? Все норм, ты что сделал, гранату кинул? Ученого убили ни за что, просто ученый. Статус-кво изменился. Да не, не убегай, не убегай. Там охранник стреляет, пацаны, у меня мало хп. Зачем ты, а просто гренадеры какие-то? У меня аж залагал звук. Да почему он в меня попал сразу? Нужна аптечка. Аптека, мне нужна аптека. Кто так собирает этот лут? Ты чё, дурак? Да ты еще один! Вообще, вы что вы творите? Я понял, что это. Что? Групповое самоубийство. Что? Что? Просто их не учили, что пальцы в розетке нельзя сувать. Гайз, где дед? Где дед? На пенсии, на пенсии. У меня есть карта, не очкуй, не очкуй, не очкуй. Давай, 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 давай. Уходим, уходим, пацаны, уходим, все на выход. Сейчас еще откроем, еще откроем. Все, сегодня всем амнистия, уходим, пацаны. Все норм, мы выживем, мужик, мы выживем. Или нет? Согласен, выживем. Беги! Мы не выживем! Я выживу. Ля ты крыса, а? Я выживу, мы не выживем. Помогай, собака! Да, блин. Че, тебя тоже чем мной догнал? Да меня догнала собака. Вот открой вот эту дверь, ученый. О. Открой вот это тоже. А, ты это и хулиган. Но я хотел взять конфеты для тебя. Подожди, подожди, я хотел взять конфеты для тебя. Ля ты крыса, а? Тише, тише, завалите еб***. Не слышите, печенька тут нахуй. Уже поздно, она... Закрывай, закрывай, все, все, она попалась, она попалась. Пацаны, извините, пацаны, но вы вынуждены, жертвы. Да, мы типа вынуждены вас... Мы вынуждены просто наблюдать. Слышь, давай на ты поспи. Не-не-не, открывай! Не открывай, не открывай, ты чё?
Чё стало? Жалко пацана, жалко. Подмянем. Жалко пацана, блин, мы просто наблюдаем, как за мартышкой. Посмотри, что будет. Чё вниз? Аккуратней. Скромник, блядь, он сейчас откроет. Мы просто наблюдаем, это опыты. Мы как ученые сейчас, реально. Дверь закрой, ученый. Закрой, ученый, он вышел. Чё, может, откроем печеньку, чтобы спасти брата, нет? Не надо. Подожди, брат, спасти тебя или нет? Скажи честно. Диметра. Он молчаливый. Нет, Диметра, надо попросить. Жестокие. Я спасу тебя. А, ну ладно. Я спасу тебя, Диметра, беги. Все, печенька, ты зря это сделала. Я ее спас, а ты что-то творишь. Теперь сидит... Кто открыл? Закрой, дурень! Идиот, идиот, мы следующие. Теперь, ну ты тупой. Все, ну ты тупой, реально. Так, я выживу. Но он тупой, зачем он открыл? Чё-то как-то тихо. Ну потому что ты не кричишь как скромник, закричи как скромник. Тут полчаса как скромник. Здесь был чел, который реально как скромник кричал. Муть. Я убил Дэшку с пылесоса и сам сдох. Это было жестко, реально. Мне даже ачивку дали. Attention, all personnel. The light containment zone decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. Да блин. All biological substances must. Не трогать. Я вот тупо умираю, понимаешь, от всех подряд. О, вот это мне нравится, слушай, я печенька. О. Я печенька, о. Меня только что убила печенька, я стал печенькой, пацаны. А компьютер есть? Вот это мне нравится, вот это хорошая тема. Вот это чётенько. Ты не играл раньше за печеньку? Нет, просто а, я раньше не становился печенькой после того, как меня убила печенька через секунду. Ну, там уже печенька кого-то гасит. Пора уходить. Я бы порекомендовал уйти. Потому что там уже печенька кого-то гасит. Да, там печенька. Лучше уйдем. Лучше просто уйдем, пацаны. Мы не уйдем, мы умрем. Мы не уйдем. Лучше просто уйти, да. Уйти из жизни просто. Ушли из жизни. Слушай, хороший совет у тебя. Да, это нормально. Все советчик. Хорошая тамада, и конкурсы интересные. Привет, Агни. Спасешь меня? Выводи. Я предал ее. Какой я злодей. Какой я злой. Нет, я моё! Что ж ты, фраер, сдал назад? Я моё! Это так нечестно, там вертолет летит! Mobile Task Force Unit Epsilon 11, designated Lima 6, has entered the facility. All remaining personnel are advised to until an MTF squad reaches your destination, awaiting retainment of 4 SCP subjects. Чё-то он перестал работать давно. Hello, motherfucker! Меня сейчас убьют. Он меня заметил, да? Или нет? Не убивай! Свяжи меня! Свяжи, не убивай! Я не вооружен. Стой! Подожди, я конфетку зеленую съем, чтобы меня не убили твои друзья! Все, все, теперь вяжи. 1-1. Там Агния, она сейчас меня расстреляет, потому что я ее кинул. Я умру через 3. Не убивайте. 2. 1. Слушай, умер не я. Дашку не убивай, Дашку не убивай.
Я же говорил, что меня убьют! Я же говорил, открывай дверь скорее! Закрывай, закрывай! Открывай ту, быстрее! Закрывай ее, закрывай! Спасай меня скорее! Защищай меня, ё-моё! Защищай! Все, я спас тебя, ничего себе, фух! Это было очень потно. Это было очень потно. Это было очень потно, мужик, банка, и тебе респект вообще. Давай, печенька. Блин, это хорошее завершение сегодняшней игры просто. Сейчас вы сможете забрать мои руки, в смысле мои печеньки и конфетки, ё-моё. Джона, я завещаю их тебе. Как можно было так тупо умереть, а?